Здравствуйте, я Александр Афонин. У меня медицинское образование и занимаюсь я здоровьем тела и психики. То есть по телу это правка позвоночника. Правка это мое как бы название мануальной терапии, потому что мануальная терапия очень широкий такой термин. Вот, а правка это вполне конкретное действие для конкретной главной цели и с определенными требованиями. То есть мы должны восстанавливать тело человека так, как заложено по природе. То есть там вертикаль позвоночника, все суставы на места, взаимодействие. Ну это есть там отдельное видео есть посвященное. Сборка тела и психики. Тело и психика – это разные уровни взаимодействия, и наше внимание в основном располагается на уровне, скажем так, между ними. То есть в глубину подсознания никто не лезет, в глубину тела в ощущении никто обычно не погружается, если не возникает специальных как бы ситуаций. То есть либо жизнь не заставит, либо тело не заболит. В системах нужно знать и в процессе лечения восстанавливать как целостную систему. Ну, почему я, собственно, говорю, что целостный подход. Сейчас я в Москве, основной прием я перенес в Москву, если кто-то помнит, что я там работал в Сочи или даже когда-то в Костроме. Теперь в Москве. Сюда я приехал для того, чтобы проводить семинары и организовывать вебинары и, возможно, трансляции, насчет последнего я не уверен. То есть семинары для того, чтобы концентрировалась группа на конкретных, скажем так, темах. Вебинары, чтобы это было доступно всем, кто захочет, то есть, ну, страна у нас большая, а мир и тем более больше. И если вы чувствуете, как мне говорят люди, что вот я увидела ваше видео, я чувствую, что нам нужно поработать, если вы чувствуете это так же, то добро пожаловать, начнем работать над собой.